Дякую, Вільнюсе, Карпове. Я дякую країнам та лідерам, які дякую. Дякую за надзвичайно вагому лідерам. Дякую. Дякую за дуже. Дякую. 47 спасибо за 8 минут. Это, конечно, круто, но не смешно. Как теперь говорят, не креативно. Особенно для вчерашнего комика из 95-го квартала. А ведь мог бы Владимир Александрович достойно ответить британскому министру обороны Бену Уоллесу, который посмел нагло наехать на шефа Незалежный, беспардонно указав ему, что вам тут не Амазон, и вообще благодарить надо больше, лучше и чаще. Ведь мог бы. Мог бы в ножки кинуться. Мог бы вот так челом бить. Или вот так. Нет предела моей благодарности. На худой конец мог бы вспомнить универсальное «ку». Но вместо искрометной репризы последовало неприкрытое хамство прямо с трибуны саммита НАТО. Вот пусть он мне напишет, как надо благодарить, и я исполню. Ще можемо зранку просинатися і вдякувати. Я каждое утро буду начинать со звонка Уоллесу и буду благодарить. А на следующий день этот видосик. Дякую. 47 дяками. Дякую, что... Как это по латыни? Sic transit gloria mundi.